забрала шарики. Сейчас поедем выписывать Степана Степановича. Посмотрим, как сейчас во время карантина все это проходит. Ну, возле роддома точно пофоткаемся. Колясь, мы куда едем? Мама. За мамой? А за кем еще? Да. За братиком? Да. Ты рад? И папа едет, да? Все едут? И кто еще едет? Вера. Вера? Скажи, Вера. Ты на Красноповск знаешь, как это? Человек? Нет. Вот сюда направо. Вон там по кольцу, и ты вон там выйдешь, и вот сюда шух опять. Да? Да. Коль, мы куда едем-то? Мама. Мама? А еще кто? Братик? Нет. Братика забирать? Нет. Как братика зовут? Как братика зовут? Степан. Как? Степа. Степан, Зоя сказала. Степан. Мы его будем называть Степан. Степан. Да. Он такой маленький, да? Да. Маленький. Сколько килограмм? Три. Четыре, скажи. Три. Четыре, да? Да. Помаши братику. Привет, братан. Он когда вырастет, будет смотреть видео, как его забирали, да? Как Коля ехал за братиком, да? Красивый. На какую мы улицу едем? Скажи, Рашпилевская, да? Какая? Рашпилевская? Да, сейчас приедем уже скоро. Там вот уже будут выписывать, да, мама? Мы уже тут с Колей ждем. Припарковаться негде. В третьем ряду стоим. Держи. Пойдем? Угу. Мы тут же ждем, да? Степ, мы здесь ждем? Да, а где Ляля, Коль? Где Ляля? Спит? Коля, смотри на мальчиков, а не на девочек. Пошли на брата смотри. Пошли, Колясь.
только спит, скажи, Башка не понимает. Спит, да? Пускай спит, не кричи, чтобы братика не разбудить, мой котенок.